Ребята, привет! Для тех, кто первый раз видит мои видео, первый раз на моем канале, меня зовут Олег. Я больше 10 лет зарабатываю в интернете. Я создатель Crypto Leaders Club, где обучаем и помогаем новичкам зарабатывать в интернете, создавать источники пассивного дохода, строить команду. Все это мы помогаем новичкам и с нуля, и ребятам, которые лидеры уже со своими командами, максимально увеличить свой заработок в интернете и получить несколько видов пассивного заработка. Также, ребята, кто первый раз видит и кто еще не подписан на мой телеграм-канал, советую подписаться, ссылка будет под видео, там мои контакты, там самая интересная информация последняя, которая нету на YouTube-канале. Итак, ребята, давайте о чем сегодня поговорим. Поговорим сегодня о майнинге на телефоне. Давай, дружище, в самом начале вспомним историю нашего человечества. Давай вспомним, как люди ездили на лошадях, передвигались на лошадях. И в какой-то момент кто-то изобрел машину, автомобиль. Не будем сейчас в историю копаться. Сейчас начну, там Форд изобрел первый автомобиль. Все его связывают. Кто-то скажет, что это другой там изобретатель. Ну, в принципе, кто хочет похейтить, вылить свою... Эмоции, свою эрудицию показать, пишите под видео в комментариях, кто был первый изобретатель автомобиля. Интересно просто услышать эти варианты, посмотреть. Но я не об этом сейчас, друзья. Смотрите, дружище, те, кто на лошадях передвигались или вообще там пешком передвигались и первый раз увидели автомобиль, они просто охренели, наверное, от этого вида, когда первый раз. И, естественно, начался хейтил, как сейчас, там все новое, когда там изобретают, все сначала идет возмущение народа, потом удивление, а потом самые умные и самые хитрые быстро начинают на этом зарабатывать. Так же было и с автомобилями. Кто первый понял эту тему, эту фишку, они зарабатывать начали там в разы, в десятки, там, в сотни раз больше, чем те, которые сидели на своих лошадях и смотрели вдаль проезжающим, мчащимся вдаль автомобилем. К чему я это все, дружище? Ты скажешь, к чему ты это все рассказал? Дружище, смотри, то же самое происходит и с майнингом, заработком в интернете, заработком криптовалюты. Все знают, что можно зарабатывать криптовалюту, например, тот же биткоининг, хорошо сказал, биткоин, майня его, там, покупая дорогущие там, асики, видеокарты. Потом дорогие майнинг-фермы, некоторые покупают, даже есть такое понятие, как майнинг-отели, сдаются в аренду, просто ты платишь, и где-то там в Китае какой-то китаец уже установил тебе все твое оборудование, ты просто платишь, он ходит там, подметает, убирает, и ты просто получаешь свои биткоины. Но, дружище, смотри, все это стоит, естественно, очень больших денег по сравнению, ну, естественно, с теми там нашими заработками обычных людей. И я думаю, большинство людей, которые смотрят мой канал, не такие еще пока миллионеры, и поэтому большинство все-таки не могут позволить себе там десятки тысяч долларов вложить. Но этот способ добычи, например, майнинг при помощи там железа, называется proof of work, доказательство работы. То есть у тебя должно быть оборудование, куплено или там арендовано, и тебе там капают эти биткоины. Ну, тоже там не все так гладко, так сказать, и хорошо. Есть свои проблемки. Теперь же смотри, почему. Это все можно сравнивать с теми людьми, которые ездили на лошадях когда-то там в нашей истории человечества. И тут появляется такой способ добычи криптовалюты proof of stake. То есть не нужны уже никакие оборудования. Те, кто за экологию, они вообще там на седьмом небе от счастья. Кто не хотел там покупать, там продавать свои почки, там и почки соседей своих, там своей собаки, там своей кошки, и покупать эти дорогущие майнинг-фермы, тоже может порадоваться. Сейчас можно майнить, добывать, зарабатывать криптовалюту при помощи proof of stake, вообще начиная там от 100 рублей. Ты покупаешь монеты, закидываешь их на кошелек, сейчас хочу показать. Так. Вот, например, кошелек делегирования. И начинаешь получать каждый день, каждые сутки тебе капает. Такая, как мы называем у нас в клубе, это антизарплата, антипенсия. Каждые сутки тебе начинает капать до 30% в месяц. То есть ты не покупаешь никакие там асики, никакие майнинг-фермы, не кормишь китайцев, которые там убирают за твоей фермой. Ты просто берешь на телефон, скачиваешь программу,
регистрируешься в этом приложении и начинаешь зарабатывать. Покупаешь монеты, закидываешь, и каждый день тебе капают монетки. Как тебе, дружище, такой вариант? И самое интересное, смотри, чему я рассказывал про автомобили. Про этот способ сейчас знают там не так уж много людей, я не знаю, там может 1-2% всего людей, которые даже знают про майнинг биткоина. Все, большинство, ну, людей, которые там первый раз слышат, они тоже не понимают, но те, кто разобрался, уже хорошо зарабатывает. И я, и ребята из нашей команды, те, которые разобрались и зашли в этот проект вместе с нами, тоже хорошо. И на данный момент уже заработано там больше мною, там больше 1,5 миллиона рублей, ты видишь. И на данный момент, благодаря этой технологии добычи майнинга на телефоне, это приложение также можно скачать и на телефон. Я для удобства просто показываю приложение на компьютер, устанавливается, и можно зарабатывать. Смотри, пассивный доход мой в месяц сейчас на данном способе больше 270 тысяч рублей в месяц. Это почти 10 тысяч рублей в день. Это новый способ заработка. Ну, он не совсем новый, уже там его, наверное, несколько лет ему, но он еще не так распространен. И те, кто, например, как тот же, когда узнали про майнинг биткоина, кто первый закупился этими фермами, кто первый закупил там оборудование, они зарабатывали там просто космические деньги. То же самое сейчас происходит и с проектом Arteryx. Люди, которые заходят, опять же, посмотрите, есть ссылка, будет на моем YouTube-канале, на моем Telegram-канале, там, где результаты наших ребят. Ребята просто выходят на пассивные доходы, те, которых они не могли зарабатывать, там, по 40 тысяч, по 50, есть по 300. Люди тоже зарабатывают в месяц просто пассивного дохода. В Arteryx есть в данном проекте, которым мы сейчас зарабатываем, больше 4 способов пассивного заработка. Плюс сейчас, ребята, идет акция. Мы помогаем активным новичкам, которые готовы развиваться, которые готовы обучаться. Мы обучаем всему, как построить команду. Мы еще помогаем этим новичкам строить им команду. Мы не ставим себе людей в первую линию, мы не рефоводим, мы помогаем людям прокачивать их. Ну, то есть мы работаем в глубину, ставим людей тем людям, которые активно заходят, новички, в нашу команду. Дружище, все, хватит слов. Я думаю, те, кому реально нужны деньги и хочет зарабатывать и получать пассивный доход и обучаться заработку в интернете, переходи по ссылке, подписывайся на мой телеграм-канал. Будут под видео также ссылка на мой контакт в телеграме. Просто пиши мне, хочу зарабатывать. Я дам тебе всю информацию и начнем зарабатывать прямо уже на следующий день. Все, ребята, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мои каналы и добро пожаловать в нашу команду.